Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Чувашии создают новое производство. В конце года планируется запустить завод объемно-блочного домостроения. Как реализуется масштабный проект в нашем сюжете? Новый завод строится в районе Ишлейского проезда в столице Чувашии. Технологии объемно-блочного домостроения вовсе не ноу-хау в строительстве. Они активно использовались в период строительного бума. Тогда стояла задача строить быстро и качественно. Так что все новое – это хорошо забытое старое. Вместе со специалистами и инвесторами Олег Николаев обсудил на месте возникшие проблемы. Основная, самая большая проблема – подъездная дорога. Вот она стоит в проекте реконструкции со сроками исполнения 2021-2023 года. Наш завод, он приступает к работе уже к концу этого года, в начале следующего года. У нас получается разрыв между дорогой и работой завода где-то, ну, условно говоря, от года до двух лет. Вот, ну, сегодня договорились по поводу того, что мы найдем временное решение. И по поводу дороги ускорится работа для того, чтобы эти сроки не растягивались. Объемные блоки будут создаваться в заводских условиях. По словам директора завода Владислава Иванова, проект обойдется в 700 миллионов рублей. Комнаты разных размеров, ванные, туалетные и квартира почти готова. Остается транспортировка и монтаж уже на месте будущего дома. Будем перегородки устанавливать, будем отделку, ту, которую возможно делать непосредственно здесь на заводе, отправлять уже по максимуму готовый блок. Это современное производство будет способно учесть потребности разных жилых комплексов. Новые стандарты качества сделают жилье удобным для проживания. Завод даст новый толчок развитию жилищного строительства. Появление такого завода очень важно сразу по нескольким направлениям. Первое – это очень серьезный масштабный инвестиционный проект, где появляется совершенно новое производства, создаются новые рабочие места, высокопроизводительные, высокодоходные рабочие места. Ну и еще один важный момент – это появляется новая технология производства строительно-монтажных работ. А учитывая то, что сами блоки можно использовать как для многоэтажного строительства, так и для малоэтажного строительства, то, очевидно, еще появляются возможности появления и достаточно интересных домов сельской местности. Строительство намечено завершить к концу года. В РИО главы надеется, что новые технологии понравятся и соседям. И тогда можно будет говорить о реализации продукции за пределами республики. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.